Всем привет! В данном видео речь пойдет об М-Видео, магазин электронной бытовой техники. Просили сделать обзор. Значит, от максимума, который у нас был в 2021 году, мы спустились на 60%. То есть, кому интересно, данная компания вот по дивидендам и так далее, да, очень выгодно сейчас прикупить. Минимальная цена у нас 355. Есть возможность в этом квартале увидеть 326 уровень, 307 в виде шпиля, я так могу предположить. Запас у нас 2 месяца, поэтому зону мы можем эту протестировать. Вот в этом месяце, как бы, не знаю, тут 2 дня осталось. Вот, но вот, допустим, следующий месяц может выглядеть таким вот образом. Допустим, мы закроемся где-то здесь. Вот. Давайте вот так сделаем. К примеру, закрытие месяца у нас здесь. Вернее, открытие следующего месяца, мы можем сделать такую шпильку, да, и закрыться какой-то вот такой темной свечой. Значит, структура накопления у нас будет в рамках квартального движения, первая у нас, примерно вот в этих диапазонах, в этом диапазоне. То есть мы увидим ряд свечей, которые может занимать от нескольких кварталов, да, до года, вот структура накопления. Ну, здесь все идет на долгосрок, да, нужно учитывать. Максимальное движение годовое у нас от текущей рыночной цены в район 750 примерно. Предварительно я делал расчет на 330, что если мы протестируем. Ну, давайте сейчас более точно сделаем. Текущая минимальная 355. Если мы ниже не пойдем, значит, у нас вот так все это будет выглядеть. Примерно так. Годовой баланс у нас чуть выше будет находиться. Квартальное движение 523. Вот, значит, но как бы импульсная цена идет, и не факт, что мы здесь остановились. Я предполагаю, что мы еще ниже спустимся. Значит, в рамках квартала мы можем увидеть структуру накопления. Что-то в этом роде. Вот. С последующим выходом, закреплением за балансом года, цель у нас... Вот идет. Это в квартале, в году 758. До конца марта 692 актуальный уровень. Но нужно учитывать, что 542, пока мы не закрепились выше, проторговки нет. 690 мы не увидим. И от этих уровней, да, это почти 100%. То есть... Сейчас очень, да, такая большая распродажа, да, кому интересно, можно рассмотреть данный инструмент. На этом все, до встречи в следующих обзорах. Всем пока.